Всем большой привет из Тюмени. Сегодня у нас 28 июля. Сегодня жаркий день был. Мы потрудились сегодня. День города Тюмени. 432 года этому городу. Слава Богу, он стоит. Спасибо, Господь. И всех поздравляю, тех, кому этот город дорог, что-то для вас он значит. Вот, он очень много значит для нас, для моей семьи, нашей жизни. Вот, по милости Бога, мы через буквально больше, чем через месяц мы уезжаем из Тюмени. Мы уезжаем, уже не возвращаемся. Это наш план, таков план. Надеюсь, это план Господень. Мы едем в Балтимор на 3 года пока. Вот, я буду учиться, заканчивать магистратуру свою. И сегодня я хотел бы поразмышлять буквально несколько минут на тему, которую, мне кажется, мы время от времени к ним приступаем. Мы однозначно не любим это в других людях. Когда оказываемся сами грешны этим, то мы часто себя оправдываем. И Господь Иисус сказал: не судите, да не судимы будете. Апостол Павел сказал тоже похожее, что вот тот суд, которым вы судите других, вы будете судимы этим судом. Кто ты такой, который судишь другого и делаешь те же самые дела? И я вот размышляю, да, о том, когда, я думаю, все мы бывали в таком положении, когда кто-то нас судил. Может, какой-то человек, может, это близкий человек, родственник, или просто друг, или кто-то в церкви. И этот человек говорил вам слова осуждения. И в зависимости от того, какой вы человек, наверное, если вы человек достаточно защищенный в Боге и как бы не так легко как бы пропускаете внутрь все, как говорится, под кожу в себе все мнения и суждения людей, вы сможете устоять перед этими суждениями. Но если вы человек, который как бы легко эмоционально реагирует на происходящее, то конечно же, друзья, вот эти суждения людей, они порой бывают очень трудными, да, для перенесения. Когда кто-то нас судит, и они не дают нам никакой милости вообще. Люди не дают нам даже надежды, скажем так, не дают нам никакой надежды, а просто говорят слова осуждения и оставляют это в таком духе. И я думаю, что мы все однажды делали это или находились в таком состоянии, либо говорили, либо судили, либо были под судом. И я хочу сказать, что когда мы находимся в этом круговороте суждения, и если наш суд неправедный, а если это суд самоправедный, когда мы судим людей с точки зрения своей собственной праведности, с точки зрения праведности Бога, то я хочу сказать, что этот суд будет чреват для нашей души. Он будет, этот суд вернется в нашу, как бы, в нашу, не в наше назидание, он будет нам пагубным, этот суд. И вот почему Господь Иисус очень-очень как бы строго предупреждает, чтобы мы не судили. Чтобы мы не судили, дабы мы не были судимы тем судом, которым мы судим. И нам как бы иногда бывает очень легко выносить какие-то суждения, мнения говорить. И мы потом только, может быть, задумываемся и раскаиваемся. И мы не представляем, насколько этот суд может ранить человека, ввести его в состояние, как бы, может, даже депрессии. Но затем я хочу сказать, что наши собственные суждения неправедные или самоправедные, они потом также скажутся на состоянии нашей собственной души. И мы будем чувствовать давление. Вот почему бывают люди, которые, они все время находятся в состоянии какого-то, знаете, меланхолии, депрессии, внутреннего как бы вот этого копания, самокопания, потому что они не свободны, они все время копаются в других. Они как бы судят и судят и судят, да, и у них нету выхода, нету надежды никакой для самих себя вообще. И вместо того, чтобы
прийти к Богу в смирении и сказать, что Бог, я как бы сам в своей собственной душе разобраться не могу. Тем более, как бы, что я еще как бы пытаюсь других людей лечить и пытаюсь изменить их. Господь, помоги мне, чтобы моя душа была свободна от неправедных и самоправедных суждений. И вы знаете, когда мы свободны от таких суждений, вы не представляете, насколько мы испытываем радость и благословение того, что Божья любовь открывается к нам, и у нас есть способность благословлять людей. Даже когда нам, может быть, мы не всегда согласны с ними, но у нас есть такая свобода благословлять, потому что мы пережили, что значит испытать на себе суд, неправильный суд. Вот такие мысли на наш сегодняшний день. Будьте благословенны, храни вас Господь. Завтрашний день, когда вы будете на служении в церкви, пусть ваше время будет благословенно, пусть тело Христово будет назидаться вашими словами. Вы приходите, молитесь, чтобы сказать те слова, которые действительно приносят не осуждение, а благодать слушающим. А если надо говорить истину, может быть, строгую истину, то пусть это будет в невероятной любви и милости, что человек знает, что вы даете ему надежду. С Богом! Пока!